Эстафета олимпийского огня превратила обычный рабочий день в настоящий праздник для горожан. Факелоносцами стали только самые достойные владимирцы. Свой вклад внесла и компания Coca-Cola. Подарила возможность пронести факел с заветным огнем. Марина оставила свою заявку на сайте компании и подробно написала, почему она хочет принять участие в эстафете огня. По итогам голосования Марина победила. Огромнейшее спасибо Coca-Cola за то, что она предоставила мне такую возможность участвовать в этом грандиозном событии, стать маленькой частичкой этого такого большого, всероссийского, такого большого, я не знаю, чуда. Факелоносцев готовили к миссии основательно, объясняли все до мелочей. Теперь символ олимпийского огня, факел, останется у девушки как предмет особой гордости для семьи. Такие акции для компании Coca-Cola не в новинку. Она всегда поддерживает спорт. С 1928 года Coca-Cola является спонсором Всемирной Олимпиады. И это старейший спонсор Олимпийских игр в мире. Встречали во Владимире олимпийский огонь многочисленные зрители. И это несмотря на плохую погоду. А чтобы ждать было не скучно, Coca-Cola организовала красочное представление. Эстафета олимпийского огня в России будет самой длинной национальной эстафетой. И в каждом городе ее ждет факелоносец, которому Coca-Cola подарила шанс войти в историю. Я хочу сказать большое спасибо Coca-Cola, что они предоставили мне эту возможность принести олимпийский огонь в этом городе. Все факелоносцы очень горды, что принесли олимпийский огонь. И мы очень рады, что Coca-Cola предоставила нам такую возможность. Спасибо большое, Coca-Cola. Марина говорит, что ее жизнь теперь изменится. Пережитые эмоции заставили задуматься о новых высотах. Олимпийский огонь зажег ее сердце и подарил незабываемые эмоции всем жителям нашего города.